ребята! А вы знали, пупытам нужно играть только по инструкции. Yeah. Если без инструкции, никакого стресса он не снимет. Вот, смотрите сами. Мне настроение! Ну что, убедились? Yeah. А все потому, что не по инструкции. А если бы по инструкции, то совсем другое дело. Совсем нет настроения. Пупыт, ну посмотрим. Инструкция. Так, надо обмакнуть его сначала в воду. Теперь помять. Пыть вот по вот этой схеме. Ну что, убедились, какой сразу божественный звук у пупыта? Поэтому всегда читайте инструкцию Pop-It. Всегда. Всем пока. А я пошел пупырить. Пока.